Именно поэтому, например, в законах о браке, насколько мне известно, ни в одной стране мира нет упоминания любви. Потому что проверить, есть любовь или нету, невозможно. А закон ничего не может делать с непроверяемыми утверждениями. Соответственно, когда в законе речь идет об оскорблении, то всегда приходится предусматривать какие-то конкретные проверяемые формы этого оскорбления.